Hungry boys. Три ампера где-то. Горячий. Проверил сопротивление. Это вот транзисторы.
который я 100 штук купил там за 10 евро где-то. Думал, больше куплю, то меньше может получиться оригинальное, если много куплю. Вот сопротивление 55 Ом, срабатывание затвора 2 вольта, то есть они низко, похоже, низковольтные, но их 30-40 вольт, потому что низкое срабатывание затвора такое обычно у низковольтных бывает. Так она где-то 4 вольта должно быть, она 2 вольта. И сопротивление я померил на нагрузке на лампочке. Вот. И амперметром, и вольтметром смотрел. Амперметром тока, и вольтметром напряжения на стоке, стоке. И по формуле высчитал, что его сопротивление 0,1 Ома, должно быть 0,0, в общем, 44 миллиома должно быть, а есть 100 миллиом, где-то 0,90-100 миллиом где-то. То есть 0,1, 0,09, где-то вот так. То есть он и не по напряжению не подходит, и сопротивление канала еще его больше, чем полагается, почти в 2 раза больше. Я проверял его вот этом, вот он работает. Но если только конденсатор до максимума закрутить, чтобы емкость побольше была, и выбросы не были большие, тогда он работает. А когда конденсатор открутить, чтобы как бы конденсатора как бы не было, тогда его пробивает. Видимо, думаю, высоковольтные выбросы ОДС его пробивают. И другой проверил. Тут где-то у меня есть ERF 640. Вот. Это тоже подделка, тоже куплена на Алиэкспресс. Сопротивление его 0,55-0,56 Ома. По такой же самой схеме проверил. А должно быть 0,18 Ом максимум, где-то 0,15. То есть где-то в 3-4 раза больше, чем нужно. И его емкость затвора где-то 630 пикофарад, должно быть где-то 1800, кажется, пикофарад. Емкость тоже в 2-3 раза меньше, чем должна быть. Ну тут хоть более слабомощный, и емкость затвора поменьше, его зато можно применить где-то в высокочастотных схемах. Нет, хоть нет искусственной емкости, а то на тех, кто похоже, создана искусственная емкость, чтобы как бы они больше выглядели на оригинальные. А тут нет искусственной емкости, поэтому они зато побыстрее. Но вот для такой установки они не подходят, потому что слишком большое сопротивление канала. А тут установка мощная.
Лист немножечко теплый. Стоит РФ 600, ой, РФП 250Н, ой, просто 250 без.